Без всякого преувеличения новогодние, причем очень нужные подарки, получили в канун праздника районы Тверской области. Это самая разнообразная спецтехника, начиная с пожарных автомобилей, заканчивая школьными автобусами. Ключи от них главам местных муниципалитетов вручил губернатор Игорь Руденя. Василий Глушак каждый день развозит туда и обратно учеников средней школы поселка Есенка, что в Ржевском районе. На маршруте, который охватывает 6 сел, работают 2 машины. И вот теперь к ним добавится вот такая желтая «Газель», что позволит детям, да и водителям, сэкономить немало времени. Все-таки поменьше времени будет уходить на подвоз детей. Вот. Утром не так рано вставать приходится детям. Все-таки в 6 часов детей поднимать, вот, и мы без 15, без 10, 7 забираем их. Вот. А занятия вот начинаются в 8:30. Сами подумайте, конечно, это и для детей будет лучше, и для нас вот не так рано. Вот. А Александр Щедрый тем более понимает ценность сэкономленного времени. Причем у него на работе счет идет даже не на минуты, а на секунды. Он главврач Ржевской станции скорой помощи. И каждая новая единица подвижного состава – это чья-то спасенная жизнь. Тем радостнее для него и коллег стало известие о предстоящем поступлении новенького «Форда», который укомплектован по полной программе. Все есть, все, что необходимо для оказания помощи. Комплект всяких укладок, носилки, каталка, дефибриллятор, ну и контейнеры там специальные. Автомобили скорой помощи и школьные автобусы, машины патрулирования лесов и для проведения саперных работ, пожарные цистерны и просто для несения повседневной службы в рядах МЧС. Всего в этот день губернатор Игорь Руденя передал 54 единицы техники. Причем ключи получали лично главы районов, которые прибыли ради такого события из своих муниципалитетов. Эта техника к нам поступила благодаря реализации национальным проектам, которые были инициированы нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И новая техника – это всегда укрепление не только материально-технической базы, но и укрепление морального духа тех, кто этой техникой пользуется и для кого она предназначена. Простаивать без работы всей этой техники едва ли придется. Сразу же по окончании торжественного мероприятия автомобили и автобусы своим ходом отправились по своим муниципалитетам. Так что еще до наступления Нового года местные жители смогут увидеть их на улицах своих городов и деревень.